Всем привет, кто проходит этот марафон, бьюти-марафон «Синергия». Сейчас мы слышим отзывы от участниц наших победительниц, кто дошел до конца в прошлом марафоне. Так, Мусинай, вам слово. Всем добрый вечер. Мика, сначала хочу вас поблагодарить. Спасибо за марафон. Также хочу вас с Владимиром поздравить с рождением сына. Пусть растет здоровым, крепким, вам на радость. Этот марафон я уже прохожу 6-й раз. Вообще, я очень люблю марафоны, потому что марафон – это дисциплина всегда. И мне нравится, потому что я вот в начале, когда вот еще первые, с первого раза, когда начал, вообще вот кожа лица совсем другое была. И я вот постепенно начала замечать, с каждым разом вот прохожу марафон, все и лучше становится. И эти марафоны еще также вот дают возможность пробовать продукции. На этот раз я попробовала, использовала тонер Цику. До этого я вот другие пользовалась, и на этот раз ампул «Синергия». И у меня даже вот когда вот приходят, люди начали в последнее время спрашивать, вот каким набором пользуетесь, там, какими кремами, и вот это меня даже очень радует. Это говорит о том, что не только вот я вот как бы сама довольна результатом. Это люди так говорят, значит, они видят, что у меня действительно как бы вот изменения вот произошли. И хочется, потому что, чтобы мы сами, да, видим, люди, чтобы шли, и тоже, и партнеры тоже как можно больше пользовались нашей продукцией. Как говорят, мы сами, каждый партнер должны стать продуктом своей продукции. Также хочу всех вот девочек поздравить, что кто дошел до конца, все молодцы. И я думаю, и в следующих марафонах, да вообще, наверное, всегда я буду участвовать и буду ждать следующего, значит, в декабре у нас следующий марафон. Обязательно буду участвовать. Но очень хочется, чтобы как можно больше, чтобы партнеров участвовали, потому что мы все вот хотим, и даже вот эти вот выигрыши, и хочется, я вот о себе, вот, как бы, честно, не особо даже, я вот, да, именно мои партнеры участвовали, на этот раз с моих партнеров Индира участвовала, в прошлом она выиграла набор «Абсолют Сноу», хочется, чтобы еще раз выиграла. В общем, всем спасибо, что провела с вами месяц. Все молодцы, будьте всегда красивыми и участвуйте, и пусть нас будет как можно больше. Все? Спасибо, Мусинай. Да, Мусинай у нас чемпионка по участию, сколько, 6-й раз подряд, и всегда мы очень рады Мусинай, и в Slim Body Challenge Мусинай участвует, и в бьюти-марафоне, и, думаю, еще в своих структурных марафонах тоже. Мусинай отличница. Спасибо большое. Юлия Галсанова, вам слово. Всем добрый вечер. Всех приветствую, всех красавиц этого марафона. Безусловно, тоже всех приветствую. Я участвую 3-й раз. В этом марафоне я впервые познакомилась с такой продукцией, как ампулы Synergy. До этого я их не пробовала, не заказывала, и для меня это было такого рода стимул, что ли, и купить, и попробовать на себе, потестировать ампулы. Ну, я кинула фотографию, по моим фотографиям сразу видно результат, до и после. У меня очень хорошие результаты, но на самом деле я всегда говорю, что все высыпания, которые у нас на лице, или вид, нездоровый вид на лице, это все у нас идет в любом случае изнутри. То есть я в комплексе принимала БАДы наши, спирулину, омегу, химохим-курс я пропила, женский пробиотик, софору, омега-3 на ночь. Да, то есть у меня получается такой комплексный был подход
к этому марафону. Ну и, соответственно, уход без очищения – это тоже не дело. Я использовала четырехэтапку. У меня были и морские патчи. То есть, ну, в основном фотографии я скидывала только с ампулой. И от ампул я, конечно, в восторге. Они мне очень понравились, они мне зашли, я теперь его рекомендую всем. Сегодня я сама была тоже в офисе и встречалась со своими партнерами, то есть они действительно, мы давно не виделись, девочки мои увидели результат, ну и говорят: Юль, ну действительно у тебя кожа такая светлая стала, сияешь изнутри и вообще внешне ты сияешь, это здорово, как так, то есть все идут на результат, и хочется действительно быть как лицом своего продукта, да, то есть прокачивать свой личный бренд, это мне очень нравится, начала вести Инстаграм, то есть я сейчас, для меня тоже, скажем, выход из зоны комфорта, и ну, вот хочу прямо мощно, хорошо шагнуть вот, в развитии Атоми. И еще хотела добавить, что я сейчас прохожу марафон у Владимира, путь лидера, вот семимастера. Я попала на третий как там, этап, тур. Вот. Я этим, безусловно, горжусь собой. Я с Бурятии одна попала туда, ну, в смысле, из нашего ОЦ, я не знаю, как там у остальных, вот этим я горжусь, и то, что мы изучаем продукцию, это, конечно, меня прямо очень мотивирует, то, что я пила, это я полностью изучала, все БАДы, все продукты, и очень, на самом деле, классно и супер, и марафоны, конечно, они в первую очередь дисциплинируют нас, и это уже... И ты просто, когда фотографируешь саму себя даже, да, утром и вечером, ты начинаешь принимать себя, ты начинаешь любить себя, и это все идет вот, ну, сейчас, мне кажется, отовсюду, да, со всех кричат: люби себя, прояви любовь к себе, и именно вот с Атоми у меня началась еще большая любовь к себе, и я понимаю, что я могу, и с нашей продукцией, безусловно, да, я добьюсь колоссальных успехов. Хочу выразить еще раз огромную благодарность, спасибо, Мика, вам за марафоны, я участвовала и в марафонах стройности, то есть я тоже буду везде во всем участвовать. Главное для меня, конечно, это просто само участие и сама вот эта дисциплина, которая в обычной жизни где-то может даже подшатывать. Ай, ладно, сегодня не буду мазаться, так усну, не буду смывать макияж, ладно, так усну. А тут вот тебе надо, то есть нужно сделать фото, селфи. Ау, вау, я красотка, я могу дальше. Все, уснула, сфоталась, уснула со спокойной душой. Вот, отправила фотографию в чат. Вот. Всем девочкам желаю красоты, море позитива, успехов, чтобы все добились колоссальных успехов в Атоми. Всем красоты с нашей продукцией. Спасибо, Мика, еще раз. Спасибо, Юля. Да, Юля всегда ярко очень участвует, всегда везде супердисциплинированно, приятно наблюдать. И классно, что будешь участвовать и дальше везде. Очень-очень рада. Так, дальше у нас рука Светлана Добрынина, тоже победительница. Ну, я называю победительницей всех, кто дошел до конца. Но можно, да, все, кто набрал максимальный балл, можно назвать вас чемпионками. Да, Светлана, добрый вечер. Вам слово. Я участвовала в марафоне первый раз. Я почему-то думала, что в марафоне можно участвовать только с набором ампул с энергией. Так как у меня их не было, я никогда не участвовала в марафоне. Вот. Очень мне было приятно, но я очень дисциплинированный человек. Я с января вот пользовалась набором «Абсолют» утро-вечер каждый раз. Я сегодня второй отзыв, когда писала, просто под впечатлением. Я утром проспала на работу и бегом побежала, сделала только уход, не нанесла ни СПФ, ни тональный крем, ни BB, ничего. И я пришла, и у меня три клиентки подряд заходят, и все говорят: ой, вы только от косметолога, у вас такая кожа, вы так сияете, такая светленькая. Ну, и я так быстренько, не глядя даже в зеркало, думаю, раз люди замечают, и я начала всем рекламировать наши ампулы, рассказывать про марафон. Ну, вот у меня две женщины стали придут на мастер-класс, а одна уже абсолютно готова купить.
А еще, когда я пользовалась набором «Абсолют», уже тогда я слышала от людей, ну, я как сегодня писала, что для меня это был шок, у меня всегда была отвратительная кожа, и никогда в жизни никто мне не говорил, что у меня хорошая кожа. И сегодня я сейчас вот с бани вышла, сделала себе 4-кратный уход вечерний, и замечаю, что у меня действительно стало меньше пор, хотя они у меня свистели прям, и кожа такая светленькая, гладкая, и, в общем... Я себе стала нравиться, думаю, мне скоро 50, и я так неплохо выгляжу. И все это, ну, конечно, благодаря БАДам. Я и химохим пила, и спирулину, и сейчас вот я пробую биотин, он мне тоже прям очень хорошо зашел. И думаю, если я еще коллаген подключу вообще под кроссовкой, и тогда народ, наверное, пойдет еще больше ко мне. Команда вот растет. Теперь буду всем говорить, что можно участвовать в марафоне с любой продукцией. И прямо вот я очень довольна. Мне прям очень понравилось. Спасибо вам, Мика, большое. И думаю, что в декабре я тоже буду участвовать. Спасибо. Ждем вас и вашу команду. Всем удачи, девочки. Спасибо. Да, так, насчет какой продукции можно участвовать. Мы вот прям на аватарке нарисована, какая продукция. Это ампула синергия, конечно, это королева нашего марафона. Да, и марафон называется «Синергия в честь» этого набора, а также синергия всех участниц. То, что мы вот так вот каждый день отправляем утро вечером, такая синергия получается командная. Также у нас... Это недавно, кстати, мы начали делать, что можно из другой продукции участвовать, не только ампулы, потому что, ну да, ампулы не каждый может себе позволить, поэтому мы немножко расширили. Ампула Абсолют Селактив, она дает результат вот как раз через месяц. Если вы пользуетесь именно утром-вечером ампулой Абсолют, то вы увидите результат на своем лице через месяц. Это прям написано на сайте, поэтому мы тоже ее включили. Также ресет-бальзам, который он у нас от морщин, да, тоже с коллагеном. С ним можно. Корректор Snow тоже решили включить. И Акропас патч. Были раньше патчи морские какое-то время, да, чтобы вот совсем как бы снизить порог стоимости, но так как у нас такие подарки, да, как Абсолют, все-таки хочется, да, порадовать вас классными подарками, поэтому убрали пока патчи, ну, потому что, ну, хочется все-таки акцент сделать на ампулах синергия, вот, потому что они дают такой вот прекрасный результат. И поэтому патчи убрали пока, да, вот на водорослях. Думаю, в декабре их тоже не будет. Так, кстати, Светлана, вы мне дали идею, что во время бьюти-марафона провести зум по БАДам, которые именно для красоты. Будет интересно, да? Какие БАДы пропить, чтобы вот тоже кожа сияла, ну, как коллаген, как вы сказали, спирулина и так далее, да, пробиотики, ну, у кого проблемы на коже. В общем, спасибо за идею, обязательно у нас большая команда, и обязательно кто-то, я думаю, из врачей откликнется. Так, Елена Джейлан с нами, давай, Еленочка, послушаем тебя. Здравствуйте, как раз до дома добралась. Хочу всем сказать спасибо. Это уже, наверное, третий или даже четвертый марафон. Вот. Первый раз я выиграла утешительный приз, один раз коллаген, очень приятно. Я уже, знаете, это, наверное, даже больше не то, что выиграть что-то, да, это такая приятная, дружная компания, потому что мы участвуем просто во всех марафонах, каких только можно. Я вот смотрю, Анна выступала, я помню, как она рассказывала про химохим, как они там маму лечат. Так уже смотришь, вроде бы никого ты не знаешь лично, но такое ощущение, как будто один твой старый друг, второй хорошая соседка, третий брат, сват. Уже настолько ко всем привыкаешь. Хочется сказать всем спасибо за то, что составляете компанию. Вот уже говорили о том, что иногда бывает забываешь. Я приходила после работы, вспоминала, думаю, ладно, все равно отправляем с опозданием. Дисциплинирует действительно. Я помню, когда я начинала первый марафон,
Я, наверное, только себе купила 4-этапное очищение, что-то было из косметики. И я помню, как мне было лень все время. Думала, блин, сейчас идти все это наносить, смывать, не хочу. Одной пенкой умоюсь и пойдет. И вот действительно, когда особенно был массаж, радиомарафон, я там по 3 часа возле зеркала, муж говорит, что вы там делаете? Я говорю, марафон у нас, я говорю, себя в порядок приводим. И действительно привыкаешь, второй марафон был уже совсем легко, и сейчас на одном дыхании все так, как и должно быть. И действительно приятно, я вижу, как меняются девочки, с которыми я прохожу марафон 3-й, 4-й раз, у кого-то изменения прям действительно очень заметны. И вот уже девушка, забыл, как ее зовут, говорила о том, что когда ты продаешь косметику, да, и средства для волос и так далее, то есть раньше можно было собрать хвост и пойти сказать, ай, ладно, пойдет. То сейчас ты уже думаешь, блин, а мне же еще предлагать косметику, средства для волос, а я тут с таким хвостом лохматая, не накрашенная, нет, не пойдет. И это, конечно, тоже дисциплинирует как раз-таки о том, что свой бренд, вот, и... Был тоже марафон с Микой, с видео в Инстаграме. Я помню, как я Юлю Ан просто мучила и говорила, нам тоже надо какое-нибудь обучение. И вот тоже пришлось все как нельзя кстати. Тоже большое спасибо. Очень много нового, новой информации. В общем, от марафонов один плюс. Участвуйте как можно в большинстве. И я думаю, обязательно результат будет. Я тоже скидывала свое видео. В первый раз у меня было много хуже лицо, и я раньше ленилась делать фотографии до и после, но сейчас я просто понимаю, что благодаря Томе я поддерживаю свою кожу. То есть таких каких-то сложностей с ней уже нету, потому что когда я начинала марафон, лицо у меня было прыщавое, особенно зона шеи, все это периодически чесалось. Такое у меня появляется только, когда я ем много сладкого, вот, поэтому БАДы, витамины, спирулина всем в помощь. Немножко она эту тягу к сладкому действительно уменьшает. Ну и, конечно, желе. Вот, здесь в Турции немножко с этим сложно, так как все время приходится заказывать скорее, но это действительно такой хороший перекус и обманка для себя. Поэтому всем спасибо, всем удачи. Пусть выиграют сильнейшие. Спасибо, Лена, такая лучезарная. Лена, подскажи, какое желе? Гранатовое? Гранатовое, яблочное. А, любое желе. Женщины, у нас нету никакого, потому что халяль, мусульманская страна, и вряд ли они здесь появятся. Так, а как ты какое принимала? Мультивитамины. Я пробовала яблочное, вишневым вы нас угощали, заказывала один раз гранатовое желе. Ну, в принципе, почти все, кроме женщин и желе, но у нас здесь есть хансамдан, хорошая как бы альтернатива. Но честно хочу сказать, он очень противный. Вот его прям засыпаешь и выпиваешь, потому что полезно. Все иначе никак. Потому что я помню, Владимир всегда говорил, у него очень терпкий вкус, терпкий вкус. Я думала, какой же у него вкус. В общем, с водой я один раз размешала и поняла, что с водой я его пить никогда не смогу. Вот прям полезно, засыпаешь, запиваешь и нормально. Мы пропили тоже курс, мне очень понравилось. Так, у меня работа сезонная, работа нон-стоп. И, конечно, мой фаворит, наверное, кто на меня подписан, уже видит это постоянно. Это витамин С, который у нас из дома вообще не пропадает. То есть я его пью каждый день. Я делала перерыв, наверное, на 2 недели и сразу заметила упадок сил. Вроде бы казалось, только один сплошной витамин С. Его очень любят дети. Чаще всего я его никогда с водой не размешиваю. Так что, кто не пробовал витамин С, это очень хорошо бодрит. Да, там, кстати, есть тоже рыбий коллаген, витамин С. А в гранатовом желе коллагена нет, но он вырабатывает коллаген у нас. Принимая его постоянно, вы становитесь красивее изнутри. Спасибо, Леночка, тебе всегда приятно слушать. И еще вы, наверное, заметили, что Леночка, она всегда комментирует, пишет, подбадривает в чате. Говорит, какие вы красивые. Да? Всегда очень приятно. Лена, спасибо тебе за тепло. Спасибо. Да, Арину вижу. Арина, вам слово. Арина, еще и центр открыли, да, вы? Да, сегодня. Вообще классно. Расскажите, поделитесь. Спасибо. Здравствуйте всем. Меня зовут Арина, я с Узбекистана. В марафоне принимала участие 2-й раз. В 1-й раз для меня было очень сложно, потому что я только начала в Атоме, и как-то не было такой привычки вот именно утром, вечером вот
4-этапное очищение, потом питание. И в первом марафоне я очень тяжело это проходила, все время бежала, опаздывала, еще семья, дети. Но второй марафон я прошла легко. Я специально купила для второго марафона ампулы с энергией и бустер. Думала, я буду вот именно с ним участвовать. Ну, все понравилось. Очень хорошо. Но у меня очень проблемная кожа, мне еще надо с ней поработать, потому что у меня еще пигментные пятна еще есть. И вот очень хорошая идея про витамины. Вот я, например, не знаю, ну я пью так хаотично разные все витамины, и если был бы зум на эту тему, очень хорошо было бы. Я вот тоже хотела бы именно пропить вот, поэтапное что-то там, какие-то советы, может быть, что именно надо мне пропить. Потому что у меня периодически вот как появляется и пятна, и это там, как вот до этого девушка говорила, что все идет изнутри. Да, на самом деле так. И вот я очень рада, что этот марафон прошел, что очень приятно было со всеми познакомиться. Всем девочкам желаю удачи, чтобы удачи в бизнесе. Что еще пожелать? Спасибо Мике большое за марафоны, потому что на самом деле это дисциплинирует. И сейчас, как я уже сказала, это как бы вошло в привычку, и хоть марафон закончился, но все равно утро-вечер мы как я, например, лично, как обычно, как так и должно быть. Утром обязательно очищение и вечером очищение питания. Всем спасибо большое. Спасибо большое, Арина. Еще раз поздравляем с открытием центра. Спасибо, что спасибо. Вы с нами нашли силы, чтобы еще с нами поболтать, рассказать. Супер. И ваша кожа прям светится так ярко. Действительно видно результаты вашей работы, да, участвовать в марафоне непросто. Вы дошли до конца с максимальными баллами. Конечно, да, восхищение. Спасибо. Так, в чате я вижу, тоже написали отзывы, давайте быстренько прочитаю. Александра Дементьева: очень интересно участвовать в марафоне и знакомиться с продукцией Atomy. Очень интересно было смотреть, кто чем пользуется и какие у всех результаты. Кстати, Александра Дементьева, она участвовала в нашем марафоне в прошлый раз и выиграла Absolute Snow, и с ним участвовала в этот раз. Поэтому, да, всем желаем удачи. Я вижу ручку. Катя Бабушкина с нами. Катя, слово. Всем привет, девочки, привет из Канады. Да, хочу сказать огромнейшее спасибо Мике за такой потрясающий марафон. Он действительно нас и объединяет, и мотивирует потрясающе. Я просто вот как мама маленького малыша, у меня это была прям такая вот мотивация. Мне нужно было успеть до того, как укладывать маленького, все быстренько сделать, сфотографироваться. И это на самом деле очень хорошо мотивирует, потому что иногда, когда укладываешь, уже просто лень встать. А тут нет, тут надо. Ну, это хорошая очень мотивация. И огромное спасибо, потому что действительно очень позитивное отношение девочки всем, кто участвовал. Огромное спасибо за ваши лайки. Тоже заходишь и пока полистаешь, всем лайки ставишь, это так тоже мотивирует, и это действительно объединяет. То есть какой-то такой позитив вносит в нашу суету, в нашу жизнь. Так что всем огромное спасибо всем участницам, желаю всем победы, но самый главный приз мы все уже получили. Это немножечко мы все преобразились, немножечко мы все как-то себя замотивировали на то, что нужно утром и вечером делать. Я извиняюсь, я без коллажа, потому что у меня малыш тут поделился вирусом из садика, и мне кажется, меня немножко откинули бессонные ночи, вот, потому что у меня возраст уже 43 года, и, соответственно, в любом случае уже ухаживать прям надо-надо. И за этот месяц я действительно увидела очень хороший результат на лице, очень хороший. Я пользуюсь Абсолют, наша умывалка, но этот месяц я пользовалась нашей Сика Клинзер, я его получила с Кореи.
Вот, у нас его пока не было. Ну, очень-очень хороший отзыв по капиллярчикам. Вот у меня очень большие покраснения, и я заметила, что именно вот Сика-серия, плюс наши, конечно же, Абсолют и Reset Balm, и бустер тоже у меня есть, я им тоже периодически пользуюсь. Очень хороший результат. Так что, Мика, огромное спасибо за нас, за объединение, за эту синергию, которую мы получаем, участвуя в марафонах. И это мой первый марафон, который дошла до конца, и то вот с коллажом у меня немножко откатило, я сделала фото, но на самом деле я посмотрела, думаю, нет, это не то, что я хочу выложить, потому что все-таки у меня вот эти бессонные ночи, но тем не менее все равно, конечно, я думаю, что все почувствовали разницу, и вот меня тоже так замотивировало, как Светлана говорила про то, что она никогда раньше не получала комплименты, а сейчас получает, это тоже, в принципе, чужие отзывы тоже очень сильно мотивируют. Так что огромное всем спасибо за участие, спасибо за ваши фото, действительно, когда смотришь ваши результаты, тоже радуешься. И следующий марафон я тоже буду участвовать с огромным удовольствием. Мика, буду очень рада, потому что это действительно позитивно. Спасибо. Спасибо, Катя, большое. Согласна, да, в чате такая теплота, эти лайки, действительно, и сердечки, и класс, и разные эмоции, реакции. Очень приятно быть в таком окружении, конечно. Это благодаря вам, благодаря участницам. Так вот дисциплинированно, друг друга мотивируя, вы дошли до конца. Спасибо всем большое за отзывы. Я вижу, что все уже сказали, да, кто хотел. Кто не может включить звук, можете написать в чате. Ну, мы будем уже начинать, да, нашу лотерею. Хочется всех, конечно, наградить, но у нас такая вот есть элемент игры, что у нас набор получает по рандому. Я вижу, Оксана присоединилась, да? Оксана, вам слово. Здравствуйте. Хочу поблагодарить вас за такой прекрасный бьюти-марафон. Я сейчас нахожусь не дома, поэтому немножко темно. Вот. Что я от марафона получила? Во-первых, мои носогубные складочки разгладились. Во-вторых, честно, морщинки под глазами стали менее заметные, и многие мимические морщинки, они вообще пропали. Я участвовала с атомами Абсолют Селектив и с вечерним уходом Evening Care. Также я принимаю, конечно же, БАДы и многое другое. Что я хочу сказать? Спасибо еще Наталье Авшар, что меня прям пнула, говорит, иди на марафон, у тебя, говорит, все есть для этого. Наташ, огромное тебе спасибо. Вот, я первый раз участвовала в марафоне, меня это дисциплинировало. Дисциплинировало в чем, что до этого у меня было как? Я могла или утром, или вечером, да, так использовать продукцию. А тут и утром, и вечером, и это было на постоянной основе. И я увидела результат. Пигментные пятна здесь практически уже стало не видно. То есть это даже видно на моем коллаже в фотках, которые я выставляла в бьюти-марафоне. Что я советую всем? Девочки, это реально помогает. Косметика реально работает. Поэтому я желаю всем быть сатами красивыми, здоровыми и прекрасными. А главное, что у нас был чат именно... Как сказать-то? Друзей. Я желаю всем всегда быть близкими друг к другу и любить всех. Спасибо большое, Мика, вам. Спасибо большое, Оксана. Вижу, вы тоже слушаете. Извините, да, у меня просто я немножко болею, поэтому чуть-чуть это. Но заложено. Ничего страшного, да. Да. Приятно, очень было, очень теплое. Спасибо вам огромное. Спасибо, правда, большое, да. Классно. Спасибо. Очень приятно слышать ваши отзывы. Екатерина Ким тоже наша отличница. Участвует уже много раз. Также была администратором, кто считал баллы. Пишет, всех поздравляю с шикарными результатами. Спасибо всем, девочки, за ваши лайки, мотивацию, положительную энергию. Да, энергия была потрясающая. Ну что ж, давайте переходим к нашей рулетке. Так. Давайте проверим, да? Проверьте, пожалуйста, есть ли ваше имя
здесь, все, кто дошел до конца с максимальным баллом 65-66, если вы есть там, мы будем начинать. Да, то есть сколько у нас? Больше 20 участниц, да, не 30. Вообще обычно мы разыгрывали в таком случае 2 главных приза, но разыграем сегодня 3 главных приза. Поэтому, да, все здесь, то в чат напишите, пожалуйста, я есть или готова, или что еще можно написать. Плюсик можно сделать, да, что вы есть. Потому что я, да, мне было не так много времени написать. Вижу плюсики, Галина Чураева здесь, да? Да, фамилии я просто первую букву написала, у кого повторяются имена. Да, 65, да? Да, 65-66 вы в топе. А кого здесь нет, а у кого меньше 65-66 баллов, я вас добавлю позже. Нет, это будет уже отдельное колесо с другим призом. Поощрительным призом, но тоже очень классно. Так. Галина, да, пишет, у меня 64. Да, почти, да, чуть-чуть не добрали 65-66. Все-таки хотелось отметить тех, кто дошел с максимальным баллом, да, не пропускал ни дня и попал вот в топ. Но кто не добрал 65-66, но дошел до конца, для вас будет отдельное колесо и отдельный подарок. Доктора пишет, да, у меня 61, поздно отправила, да, после. Бывает, да, такое. Ну, обязательно будет следующий марафон, следующая возможность, чтобы участвовать в первых раундах. Так, ну, все, вижу ваши плюсики, никого не забыли. Думаю, можно начинать, да? Ну, давайте сейчас узнаем, кто счастливчик. Мы разыгрываем наборы абсолютно. Всем удачи. Так, и поздравляем. Юню, я правильно писала ее, да? Юню Йылдыз, если я не ошибаюсь. Да, Юню Йылдыз из Турции. Я так понимаю, что партнер Наталья Вшар. Да, Наталья Вшар с нами. Да, тоже поздравление. Катя, бабушка, напишет, у меня 61 без коллажа, да. Поздравляем. Первый абсолют набор полетит в Турцию. Так, сейчас смотрим. Убираем из списка, потому что вы победили уже. И еще раз, да, прокрутим рулетку. Еще раз всем удачи, все загадали желание оказаться победителем. Так, здесь почти, да, чуть-чуть не дошли до Арины. Зоя побеждает во второй рулетке. Зоя, поздравляем. А Наталья пишет, спасибо от Галины. Кстати, мы Галину видели, да? В начале. Кстати, победительница, не уходите. В конце мы бы очень хотели послушать ваши эмоции. Так. И еще раз, да, третий набор абсолют мы разыгрываем. Еще раз всем удачи. Галина, Гюню у нас Галина, да, это просто турецкое имя взяли, как понимаю. Оксана Дури. Фамилию оставили. Да, Оксана Дурин у нас тоже набрала максимальный балл 66. Так, ура! Пишет Оксана. Зоя пишет, я в дороге. Девочки, я есть на связи. Поздравляю, да. Спасибо за ваши поздравления. Ну что ж, сюрприз. Давайте еще один абсолют набор разыграем. Давайте. Хочется всех порадовать. Сегодня такой праздник у нас
еще один набор абсолют, который не планировали, но вы растопили мое сердце. Так, еще один раз. Удачи. Ох, Арина! Поздравляем, пример. Стрелочка дошла до вас, прошу, чуть-чуть не хватило. Поздравляем. Я думаю, что вы открыли центр, там теперь в центре. И будете и сами пользоваться, и на мастер-классах, думаю, вам пригодится. Или на следующем марафоне. Да? Арина, поздравляем, супер. Ну что ж, у нас теперь есть еще один список поощрительного приза. Но он тоже очень классный. Это набор Fame. Сейчас минуточку я чуть-чуть это исправлю. Так. Кстати, кто не знает это колесо, тоже пользуйтесь. Я его использую каждый раз, на каждом марафоне. Это не такое очень праздничное. Катрин, я называю Екатерину Ким, да? У нее такой инстаграм, Катрин Ким. Этот у нас Катя бабушкина. Так, и вот еще девочки у нас. Цигма и Анна и Нан. Так, здесь все, да? Пустое есть еще. Так, почему-то пустое, интересно. Но не убирается уже. Ну ладно, ничего страшного. Если будет пустое, то еще раз. Да, вот здесь. Так, ну что, удачи. Поздравляю, Алена. У нас была фамилия там указана. Алена у нас одна. Нет, без фамилии. Все победительницы, пожалуйста, мне напишите в личку. Да, мы будем с вами думать, как вам отправить подарки. Алена, поздравляю. Ну что ж, вы с удовольствием послушали наших победительниц, ваши эмоции. Кстати, Наталья Авшар и Анна, вы поделились отзывом вначале, просто не было записи, поэтому еще раз с удовольствием вас послушаем. Да, Наташа, вижу. Добрый вечер. Вы нас поймите, мы еще на улице. Галина, поздравляю. Поздравляю. Такое счастье. Спасибо. Всех победительниц поздравляю, девочки. Участвуйте в марафонах, пробуйте продукцию, очищайте организм, любите себя, любите команду и просто делайте все от души. Откроются все дороги, все двери, абсолютно все. Вы просто делайте это с любовью. Мика, благодарю тебя за марафоны. Каждый раз для себя я учусь. Я все учусь и учусь. Это круто, это классно, это мотивация для команды всех моих девочек. Девочки, я вас всех поздравляю, что вы дошли до конца. С меня подарок. Ой, Галя захлопает. С меня подарок. У вас все будет хорошо? Не переживайте, у нас еще марафоны будут. И мы все выиграли, как Мика сказала. Спасибо, Микуль. И поздравляю тебя с рождением сына. Спасибо. И с днем рождения дочки, конечно. Спасибо, Наташа, в курсе всех наших новостей. И спасибо, Наташа. Да, я вижу, что много партнеров. Наташа пригласила марафон. Да, классно. Тоже приглашайте партнера. Турция рулит. Удачи. Передаем слово Галине. Галина, поздравляю. О, конечно, да, Галина, поздравляю. Очень тихо. Чуть-чуть погромче. Наверное, микрофон у Наташи. Всем добрый вечер. Мика, хочу поблагодарить за этот прекрасный марафон. Я первый раз участвую и первый раз выиграла.
Я очень рада. Желаю всем девочкам красоты и желаю, чтобы побольше участвовали. Продукция наша классная. И я не последний раз участвую. Надеюсь, что будут еще марафоны, и я буду участвовать. Желаю всем красоты и удачи. Спасибо. Супер, спасибо, Галина. Да, продолжайте участвовать. Тебя ухо. Пусть повезет еще раз. А, не слышно, Наташа. Наташа, теперь не слышно. Ой, извините, у нас наушники. Да, что ты перевела? Что ты сказала? Я уже забыла, что сказала. Будьте любимы, здоровыми и делайте все для того, чтобы вы стали лучше, чем вчера. Вот. Еще лучше сказала. Спасибо за настроение, девчонки. Да, мы вас любим. Пока-пока. Так, у нас Анна, да? Вижу. Да. Угу. Знаете, так послушаю. Рада за всех. Прям с удовольствием на вот это колесо смотрела. Приближала свое имя, имя девочек, приближала своих, кто есть, кто нету. Если не ошибаюсь, Алена, это, кажется, моя девочка. Я сейчас по фамилиям еще проверю, кто там в списках да, была, да, Алена. Мне кажется, это из Турции. Да. Вообще, от души рада за всех. Мика, спасибо вам еще за дополнительные подарки. Я думаю, девчонкам это вообще прям, ну, вот прям в тему, вот, кто хотел. Я просто очень рада за них. Получить такие наборы, ну, это просто шикарный подарок. Может быть, это как будто как к Рождеству, как будто бы подарок. Ну, что хочу сказать, конечно, вот тоже мы готовились к этому марафону, я себе вырвала, вот купила ампулы, теперь она уже коробочка пустая, за марафон мы ее использовали, но я просто полюбила некоторые, с золотом это, конечно, вообще, вот кто не пробовал, попробуйте, девочки, возьмите, побалуйте себя. Естественно, это тоже вообще, это мой любимый хит. Даже если он немножко дороговатый, но мы как-то складываемся, копируемся вместе, берем. Это тоже вообще, ну, вся продукция, которую начинаешь пользоваться, ты просто в нее влюбляешься. Поэтому я желаю, чтобы ваша любовь к нашей продукции, она росла с каждым разом. С каждой новой продукцией вы для себя что-то открывали и потом могли поделиться вашим ощущением с другими людьми. И именно вот это то, что ваши маленькие победы, вы расскажите всем на каждом углу, расскажите в Инстаграме, во всех соцсетях, расскажите, как это было. Это просто было как игра, вы же не переработались, вы просто что, каждый день делали то же самое, только вы еще участвовали, и вы за это такие шикарные подарки получили. Еще раз от души всех поздравляю, рада за вас, белой завистью вам завидую. И пожалела, что не участвовала в тех 5 соревнованиях, которые уже у вас были. Как это так, я не пропустила. Следующее обязательно мы участвуем. До декабря время есть, так что что-нибудь себе приобретем. Ампулу можно синенькую купить, побаловать себя любимую. Спасибо, Мика, вам здоровья. И пусть такие марафоны еще увеличиваются, и подарки увеличиваются. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Анна. Да, ваша кожа тоже светится, заметила. У меня прямо вот здесь да. Вот хорошо прямо морщинки, да. И вот этот у меня прям сильно были. Вот эти вот тоже ушло, прям я сама замечаю. Да. Все, будем рады видеть вас еще раз в марафоне. Спасибо. Так, кто еще хочет поделиться? Включайте микрофон, кто хочет поделиться. В чате Оксана пишет: всех поздравляю, девчонки, мы лучшие, мы выбрали Атоми. Да, кстати, еще кто дошел до конца, сделали все фото, можно сделать такой коллаж, видео-коллаж из всех ваших фото. Будет в рилсе классно выглядеть, когда вот картинка постоянно меняется, как улучшается состояние кожи нашей, как она начинает больше светиться. Морщинки расслаживаются, да, мы счастливее на селфи уже улыбаемся. Поэтому, да, используйте ваши фотографии. А до-после тоже ваш очень сильный инструмент, как и в соцсетях, так и офлайн можно показывать, да, вот как бы результат на себе. Вот
я испробовала эту косметику на себе, вот мой результат. Личный отзыв, конечно, очень хорошо работает. Ну или отзывы, даже вот кто участвовал, написали свои инстаграм-аккаунты, и можно в сторис отметить их и выставить, тоже очень классно будет работать. Чтобы все разные, у всех разная кожа, это тоже интересно увидеть результат. Поздравляю всех с окончанием марафона! Я вчера как раз делала видео из всех фото. Альфия вот пишет. Альфия тоже наша победительница, чемпионка. Вот, да, это классно будет выглядеть в Reels. Да, все поздравления, очень много в чате. Вижу Светлана, Арина, если хотите сказать, прям включайте микрофон, будем рады услышать. Я счастлива. Спасибо большое, Мика. Я так давно хотела набор «Абсолют», все никак не могла, возможности не было. Это вообще супер. У меня эмоции переполняют. Мотивация прям вот, я не знаю, вот хочется вот еще чтобы такое сделать, чтобы своим партнерам тоже передать. Я очень счастлива. Спасибо большое за марафон. Я буду еще в следующем тоже обязательно участвовать. Поздравляю всех девочек, всех победительниц. Всем удачи желаю. Все желания сбываются. Спасибо. Вообще супер. Спасибо. Спасибо большое, Вика. Вам удачи и здоровья, вам, деткам вашим, чтобы все было хорошо. Таина, вам успехов в центре. Открывается. Спасибо. Узбекистан, конечно, круто. Поздравляю с выигрышем. Анна поздравляет всех. Светлана, вам слово. Я прямо от всего сердца хочу всех поздравить. Действительно, подарки вообще шикарные. Я помню прошлый год, в октябре только включилась конкретно в работу и на обучение с Владимиром, у Стеллы, и постоянно что-то выигрывала. И меня это так подстегнуло. И я в декабре, помню, вышла на мастера продаж, и там меня завалили подарками. И вот вообще участие вот во всех марафонах, во всех розыгрышах, это очень важно, прямо, потому что я вообще не буду работать, я не буду работать, но вот везде участвовала, и потом, нет, я буду работать, поэтому я всех от души поздравляю, всем желаю успехов, самое главное, наверное, что мы, наша косметика, наша вода, не просто хорошая, даже действительно смотришь, они прям здоровьем пышут, но они действительно работают, потому что я вот еще раз почувствовала проблемную кожу, и никогда ничего не оздоравливало кожу. Поэтому марафон шикарный, спасибо вам большое. Девочки, всем, кто не выиграл, такая компания, вообще, я вот за год поняла, что ты постоянно что-то выигрываешь. Поэтому всем мы что-нибудь выиграем, всем удачи, всем успехов. Ну и давайте к Новому году наберем команду побольше, будем участвовать в декабре в марафоне. Да, спасибо, да, точно, Светлана. А давайте сделаем больше подарков на декабрь, все-таки праздник, да, будет Новый год. Можно разные наборы разыграть. Ну, в общем, подумаем, как вас порадовать. Не расстраивайтесь, кто не выиграл. Будем видеть. Это значит, вам нужно обязательно на декабрь записываться уже. Открою группу. Отдельный чат мы всегда создаем, чтобы вдруг вам что-то нужно из этого чата, да, вашей фотографии. Поэтому спасибо за идеи, спасибо за позитив, за поддержку друг друга, мотивацию. Снова, да, я скажу, что именно этот марафон мне не получилось так курировать, да, как раньше, так активно быть вовлеченной. Гульнаре, спасибо большое за подсчет баллов, но и каждый из вас за то, что меня организатора, да, не было постоянно в чате, но зато вы активничали и без этого, сами друг друга мотивировали, поддерживали. Это было очень приятно, радостно видеть. У нас телефон заряжается, мы вас любим, поздравляем всех, мы поблагодарим. Поздравляем еще раз победительниц, поздравляем всех
победительницы, я называю всех, кто дошел до конца, вы победители. И также еще появляется уверенность, да, в конце марафона, когда пользуешься продукцией, да, не так, ой, забыла, ой, не хочу сегодня, нет, когда вот утром, вечером дисциплинированно все делаешь, видишь изменения своей кожи, уже столько уверенности появляется, как в себе, так и в продукции, в компании, в бизнесе, во всем, когда есть уверенность, у вас и бизнес идет в гору, только из-за того, что вы уже, да, громче говорите, да, выглядите лучше, светятся глаза, светится кожа, здоровье пышет. Это все видно, это все транслируется клиентам, партнерам, и обязательно у вас бизнес растет. Поэтому, да, у меня тоже проблемная кожа, но вот с Атоми я решила свои проблемы, как и проблемная кожа головы, так и проблемная кожа на лице, поэтому продукция работает. Да. Мы все любим нашу продукцию и желаем вам становиться еще краше, чтобы и ваши партнеры, клиенты, семья, все в округе становились и краше, и богаче, и счастливее. Мсунай, Мика, спасибо большое за крутой марафон. Мсунай, ждем в декабрьском марафоне и желаю победы. Да, в декабре, да, я обещаю больше подарков. Ну, я так чувствую, что будет больше участниц у нас, но я только рада. Чем больше участниц, тем больше подарков. Ну, еще и плюс Новый год. Будем радовать. Обязательно буду участвовать, да. Не сомневаюсь. Что ж, мы завершаем. Всем пока-пока, кто смотрит в записи этот ролик. Желаем вам отличного марафона. Всем пока-пока. Встретимся в чате.